Добрый вечер на нашем телеканале «Время новостей». Я Евгений Нефанов. Смотрите сейчас. Выгода для оператора. Чем больше мусора, тем больше денег он получает. Сколько заплатят омичи? Фонари без лампочек. Цвет, да, был, но в период выборов. Кто осветит дорогу? История про праздник. Чтобы порадовать жителей города Омска. Как украшают мегаполис. Ну, начнем с цифры дня. 131 рубль с человека. Таков предварительный размер тарифа за вывоз мусора. Расчетную цифру сегодня назвал генеральный директор компании, которая стала региональным оператором. Впрочем, экономисты еще ведут расчеты, и до сих пор неизвестно, когда город и область перейдут на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Должна она была начать работу 2 недели назад. Почему все затягивается, сегодня выясняли Денис Ионос и Андрей Кузьмин. Эти точки на теле Омска – признак выздоровления после мусорной болезни. Так почти 900 несанкционированных свалок называют власти. А новый мусорный повелитель, директор компании «Магнит», и вовсе называет увиденное в городе беспределом. Отсутствуют и контейнерные площадки, то есть где-то порядка, не знаю, там, ну, не буду там как бы в процентном соотношении говорить, сколько, да, там, ну, я думаю, что как минимум 2 района города фактически мусор не вывозится. То есть если в летний период, когда мы только вступали, скажем так, в права регионального оператора и изучали картину, не было видно мусор, то после того, как опала листва, то есть, ну, свалки эти все открылись, и, ну, достаточно такая печальная картина, что мусор во многих местах вообще в принципе не вывозится. И проблема того, что люди выносят это все на дорогу, и это растаскивают собаки, да, там животные. И фактически возчики, те, которые оказывают услугу, там не понимают, где они забирают. То есть видят мусор, останавливают. То есть это беспорядочный сбор. Желтые, зеленые – все это официальные места расположения контейнерных площадок. Уже не первый месяц их добавляют на карту территориальной схемы, чтобы понимать, куда люди несут мусор и откуда его вывозить. И пока эти точки – только реально существующие мусорки. А ведь сколько и в городе, и в области мест, где самого понятия «мусорная площадка» не существует. Именно поэтому областной властью в конце прошлого года было принято решение о выделении дополнительных 300 миллионов рублей для создания контейнерных площадок на территории Омска и Омской области. На сегодня все главы муниципальных районов получили соответствующее распоряжение, составили реестр перспективных контейнерных площадок. Сейчас документы подготавливаются на проведение отбора на субсидию и на проведение конкурса на создание контейнерных площадок в тех муниципальных, населенных пунктах, где на сегодня контейнерных площадок не существовало. Уже строятся мусоросортировочные заводы. Этот вблизи Кировской свалки. Такой же завод построят на Ленинской. Плюс несколько сортировочных линий откроют в области. А первый комплекс, куда пока будут свозить весь городской мусор, откроют на окраине городка Нефтяников. Здесь же будут компостировать органические отходы. Люди от неприятного запаха задыхаться не будут, уверяет министр. Все сделают по санитарным нормам. Пока экологу Сергею Костыреву приходится верить этому на слово. А вот почему не идет речь о том, чтобы омичи сами сортировали мусор и выбрасывали в отдельные контейнеры? Вопрос открытый, а ответ очевидный. Региональный оператор заинтересован в огромном количестве мусора. Чем больше мусора, тем больше денег он получает. Следовательно, он никаким образом, и я его не критикую за это нормальный коммерческий интерес. Следовательно, никаким образом он не будет способствовать раздельному сбору мусора в месте образования. И создавая площадки для сбора, он сейчас уже не закладывает разных контейнеров для бумаги, для пластика, для металла, для органики. Потому что это снизит тот тариф, который будет рассчитываться для него. Заставить омичей самостоятельно сортировать мусор невозможно, уточнил министр. Тариф все еще рассчитывается в офисе компании «Магнит». И цифры еще не видели в региональной энергетической комиссии. 131 рубль, о котором упомянул Сергей Шевченко, приблизительная сумма. В среднем по стране тариф на вывоз мусора колеблется от 115 до 150 рублей на человека. Конечную сумму мы, омичи, узнаем к концу марта, когда в РЭКе проверят все документы и обоснованность аппетитов регионального мусорного оператора. Денис Ионос, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Сегодня получила продолжение история с табличками про уборку снега в Омске. Вслед за Кордным
Фанерная критика дошла и до Амура. Рядом с остановкой на улице 21-я Амурская этой ночью сфотографировали три таблички. Вот что написано. Как же так, мэр Омска Оксана Фадина? Чиновники решили доказать, что табличек нет, вместо того, чтобы просто убрать снег. Конец цитаты. Накануне три таблички с критикой устанавливали на улице 6-я Шинная. В мэрии на это отвечали, что таблички могут быть фотомонтажом, а городские дороги убирают ежедневно. Но сегодня в департаменте городского хозяйства на появление новых табличек ответили, что работы по уборке снега проводятся в городе в соответствии с планом. Тем временем улицы Омска обработают химикатами за 10 миллионов рублей. Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на закупку 500 тонн реагента для омских дорог. Одно из требований – реагент должен полностью растворяться при контакте со льдом и снегом, а также не загрязнять почву. Специалисты мэрии обещают применить химикаты уже в конце февраля-начале марта. Идею чистить их с их помощью центральные улицы ранее высказала мэр. Мы посмотрим и уже на предстоящий будущий осенне-зимний период, конечно, по эффективности использования вот этого реагента, действия его в наших условиях, мы будем его больше использовать, расширять. Цена его значительно выше, эффективность его тоже по параметрам, по показателям, техническим характеристикам выше. Поэтому задача мэром города поставлена, мы ее исполним. Еще омичи жалуются на темные улицы. Пока световой день по-прежнему начинается после 9 часов утра, и в школу дети идут в темноте. Об этом беспокоятся, в частности, жители Старого Кировска. Родителям страшно отпускать их одних, поэтому приходится и провожать, и встречать. Что удивительно, на одной из улиц есть даже фонари, но они не светят. Репортаж Ксении Бессараб. 8 утра. Солнце взойдет только через полтора часа. Сейчас, как говорят, хоть глаз выколи. В таких условиях ученики направляются в школу. Второклассник Костя учится во вторую смену, поэтому на уроки идти не страшно. А вот чтобы отправиться домой, приходится искать себе компанию. Я иду один, постоянно, но есть шансы, что буду с кем-то, либо с другом, либо одноклассником. Мама Кости Яна Жаворонок недавно выложила в паблик соцсетей пост с фотографиями темной улицы Седова. Общественность засуетилась. Пост собрал 160 комментариев. Женщина говорит, что света здесь нет уже более 10 лет. Однако фонари стоят. Иногда их включают на время политических выборов. Свет, да, был, но в период выборов. Буквально неделька-две, и нам свет опять отключили. Наши дети учатся во вторую смену. Уроки заканчиваются 5 минут седьмого. Возвращаются, соответственно, уже темно, никого нету. Бывают случаи, что и собаки накидываются, и пьяный контингент, и постоянно ходим, встречаем детей. Ну, просто очень страшно за своих деток. Волнующиеся мамы не отпускают детей одних, но порой из-за работы или прочих дел проводить и встретить ребенка не получается. Иногда я хожу, встречаю ребенка. У меня девочка во втором классе. Вот. Очень темно, страшно. Она бывает, что я на работе вечером, и некому встретить, то, конечно, там бабушка у нас сидит с детьми, с маленьким еще дома, поэтому не всегда может выйти. И вот идет одна периодически, не часто, но ходит, страшно. Рассказывает, что очень страшно как бы идти. Хоть и идут вроде как вместе, но дети. Впрочем, говорить о тотальной темноте на улице Седова нельзя. Напротив школы фонари все-таки освещают детям путь. Если вот пройти с той стороны, то можно увидеть, что фонари есть. То есть, получается, только с одной, здесь нету. Но они и то у нас. Вот вы пройдите, вы посмотрите, что они то потухнут, то загорятся. Они не всегда горят даже. Куда-то обращались, как-то проблему решить пытались? Ну, проблема у нас не решается. У нас один спаситель, Бог. Он нас и по свету выведет, и по грязи проведет. А руководство, я думаю, ну лишь бы им светло было. В администрации Кировского округа нам по телефону подтвердили, обращений от жителей действительно не было. И о проблеме чиновники узнали только из соцсетей и запросов от СМИ. Об этом сразу же сообщили в организацию «Омскэлектро». Ее работники выехали на место и включили свет на участках по улице Седова и 20 лет октября. Что касается улицы Новоомской, там нет освещения и в ближайшее время, безусловно, сделать его не получится, так как в программе данного участка нет. Вот. Что касается там участка от 20 лет октября по улице Судова туда в сторону 22 декабря, то там есть незаконная врезка. Там с помощью социальных партнеров ранее
там, в определенный период там вешали светильники, но восстановить эти светильники не представляется возможным. Чтобы проблема решалась быстрее, в администрации посоветовали жильцам сразу же сообщать об этом в единую диспетчерскую службу и Омскэлектро. А вот когда свет появится на других ближайших улицах, пока что неизвестно. Ксения Бесрап, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Зато предприниматели стараются оформить, украсить и осветить свои торговые центры, популярные супермаркеты и скромные магазины к новогодним и рождественским праздникам. И сегодня в мэрии наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление организации Омска. Праздничный антураж свыше 1000 участников оценивала конкурсная комиссия. Ну а дипломы победителям вручила мэр Оксана Фадина, чьи елки были самыми нарядными, а гирлянды сверкали ярче других, знает Любовь Федорова. С начала декабря Омск переливается разноцветными огнями. Нарядные елки, торжественные надписи, Деда Мороза и Санта-Клаусы поднимают настроение взрослым и детям. Творчество дизайнерской команды торгового комплекса «Каскад» на высоте. Площадь перед торговым центром круглый год отличается интересным оформлением. А накануне Нового года организаторы стараются еще больше. Праздничным оформлением комплекса любуются не только гости торгового центра, но и прохожие. Идей много разрабатываем, стараемся выбрать наиболее интересные идеи, чтобы порадовать жителей города Омска, гостей города Омска. Активно пишут нам отзывы в соцсетях, звонят. Сегодня директор «Каскада» Елена Кокорина и еще 50 руководителей других предприятий Омска отмечены почетными грамотами. Очень хочется пожелать, чтобы на следующий Новый год у вас возникло желание придумать еще какой-то очередной элемент новогоднего настроения своей своеобразной. Потому что это даже, я бы сказала, оценка вашего профессионального вклада, скажем так, как высшей степени. В традиционном конкурсе на лучшее предновогоднее оформление победители выбирали среди торговых центров, гостиничных комплексов, автосалонов, бюджетных учреждений, культуры, образования, здравоохранения. Также среди административных округов Омска. Купили большие праздничные новогодние игрушки в рост человека, установили их на крыльце, значит, потом установили неоновый дождь, подсветка здания разноцветная, плюс подсветка всего здания. То есть, ну, это считаем своим долгом, украсить нас город, чтобы поднять у омичей праздничное настроение. Праздничное настроение омичам создавали свыше 1000 организаций и предприятий Омска. Стоит отметить, что, по словам руководителей, они делают это для своих работников и жителей города, а уже во вторую очередь, чтобы быть отмеченными у администрации. Любовь Федорова, Максим Баринов, Антенна 7. Еще родители учеников 51-й школы, это в Нефтяниках, жалуются на то, что их дети замерзают. В учебном заведении планировали поменять окна по программе реновации и поменяли, но только одно. Обновить остальные руководство предложило родителям за их же счет. Это вызвало возмущение. На программу по замене старых окон выделяли 102 миллиона рублей из бюджета. Родители написали жалобу в департамент образования, но окна поменяли только в рекреации, где дети отдыхают на перемене. Ученики вернулись с каникул и вновь сели за парты в кабинетах со старыми окнами. Здоровье малышей под угрозой, считают родители. А вот что по этому поводу говорит мэрия. Чиновники отмечают, что в прошлом году школа получила из бюджета 700 тысяч рублей, за счет которых, цитата, заменили 45 окон. И сейчас температура в учебном заведении соответствует нормам. Ну, на сегодняшний день в 51-й школе в одном из классов сложилась ситуация снижения температуры. Она составляет порядка 16-17 градусов, а норма соответствует 18 градусам. На сегодняшний день ученики из этого класса переведены в класс с соответствующей температурой, там 20 градусов. В 2019 году будут продолжены работы по замене оконных блоков, а также ремонту системы отопления. В плане ремонтных работ департамента образования школа участвует. А вот для учеников гимназии номер 140 урок истории сегодня прошел в историческом парке. Омские школьники стали свидетелями ледового побоища. Эта битва произошла на Чудском озере 777 лет назад. А сейчас историки по крупицам постарались воспроизвести хотя бы фрагмент сражения. На уроке живой истории побывали Ксения Бесараб и Максим Баринов. Слева
Слева Ливонский воин, справа Новгородский. Эту битву историки называют одной из самых мифологизированных. И главный миф – то, что у врагов снаряжение было тяжелее. Потому войско и провалилось под лед. Дмитрий Степурин потратил годы на то, чтобы виртуозно овладеть мечом. А перед этим пришлось переработать и множество информации. Очень много источников, которые могут рассказать о событиях прошлого. Это получается изобразительные, письменные, собственно, устные источники, которые дошли до этого времени. Где историческая правда, а где летописная легенда? Этот вопрос по сей день мучает многих историков. И информации, которая есть в учебниках, для преподавания порой не хватает. Либо ее приходится фильтровать. Семиклассница Эвелина Родина считает, что впитывать в себя только написанное авторами книги нелегко. Конечно, сложно, потому что много сильной информации, но в этом даже иногда нет необходимости, потому что учителя все рассказывают на уроке. И ты читаешь и понимаешь, что тебе рассказали намного больше, что есть в учебнике. Учителя сопровождают свои уроки презентациями и фильмами, а еще водят детей в мультимедийный исторический парк. Здесь для учеников провели и экскурсию. Софья Болдырь собирается сдавать ЕГЭ по истории, но полюбить предмет случилось не только ради экзамена. Интересно, как Россия развивалась, как она начиналась, какие там события были. И поэтому меня это очень интересует, в принципе, история. Ну, не только Древней России, но и которые даты были недавно. Какой период самый интересный для тебя? Самый интересный период для меня – это, наверное, семья Романовых, потому что у них очень была интересная история с детьми, с тем, как у них вылечился сын, когда получил большую рану. Живые уроки для школьников в историческом парке будут проводить до конца учебного года по одному занятию в месяц. На этот раз здесь собрались ученики сразу из трех школ. Мы тут в первый раз оказались, очень такое интересное место. Аналогов, по-моему, в Омске у нас таких нет, я не видела еще. И, конечно, детям изо дня в день школа, стены надоедают, какой бы интересный урок и учитель не был, им охота сходить. И такая интерактивная форма взаимодействия. Детям нравится, когда с ними общаются, показывают на примере, дают где-то поучаствовать. Конечно, они такое любят у нас. Познакомиться со средневековыми костюмами, потрогать их или даже примерить в школе такое вряд ли возможно. А посещение таких уроков, вероятно, породит интерес у ребенка к такому сложному и неоднозначному предмету, как история. Ксения Бесраб, Максим Баринов, Антенна 7. Теперь о спорте. Омские лыжники успешно выступили в шестых всероссийских юношеских соревнованиях на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова. На трассе спортивного лагеря «Альпийский» в Горьковском районе состязались 314 спортсменов из 7 регионов России и несколько команд из Казахстана. Нашим лыжникам противостояли сильные соперники. А мечи сделали большой шаг вперед. Впервые завоевали 17 призовых медалей. 7 из них золотые. Лидер по числу побед – спортсменка из Любинского района Арина Орешкина. 15-летняя лыжница тренируется под руководством Дениса Семенихина. Она выиграла 3 золотые награды в спринте, соревновании с раздельным стартом и массовой гонке. Готовилась. Тренер как бы хотел, чтобы я показала высокий результат, и мы старались работать. Бежала хорошо, соперники сильные, боролись достаточно нормально. Успех и в соревновании лыжников от 12 до 14 лет. Мечи выиграли 3 гонки и завоевали 7 медалей. Дмитрий Ермолович из Тары победил в спринте, лыжница из Азовского района. Алина Иванова взяла верх в гонке с раздельным стартом. И спортсменка из Муромцева Алина Худорожкова завоевала серебро в спринте и золотую награду в масс-старте. Неожиданно, что первое, потому что я думала, как начала второй, и думала, закончу второй, но закончила первой. Ну, вроде бы нормально, самочувствие, еще силы остались, могла еще выложиться. Стартовал плей-офф чемпионата Омской флорбольной лиги. В четвертьфинале команды играют по 2 матча. В центральном поединке первого дня сразились победитель регулярного чемпионата клуб «Хок» и команда «Большие детали». Репортаж Владимира Истомина. Мощнейший настрой, скоростные атаки и жесткие единоборства. Натиск флорболистов клуба «Хок» и цепкий прессинг игроков команды «Большие детали». Нашла коса на камень, финты, дальние броски, надежная игра вратаря команды «Большие детали» Артема Вегери. 0-0 в середине первого периода, напор флорболистов команды «Хок»,
возможность разыграть большинство. Красивый гол. Александр Трофимов стремительно сместился в центр и сделал классную передачу на Сергея Степанова. Бросок в касание 1-0. Это игра плей-офф, тут все команды настраиваются, тут нету аутсайдеров или фаворитов. Тут игра плей-офф, тут может решить один гол. В большинстве получилось забить, вывели на бросок, с кистей ударил, забил. Ураганный темп, самоотдача. Игроки клуба «Хок» попытались забить второй гол. Соперники начали отвечать острыми контрвыпадами. Несколько скоростных атак. Самоотверженная игра защитников, вратарей. Один мяч преимущества, второй период. Футболисты команды «Хок» вновь сыграли на классе. Еще раз забили в большинстве. Стремительная комбинация 2-0. Такие комбинации мы наигрываем. И здесь сыграли все синхронно. И забили. Игра на грани. Рывок нападающего клуба «Хок» Александра Трофимова. Выход один на один. Зеркальный ответ. Стремительная атака футболистов команды «Большие детали». Максим Волков мгновенно перевел мяч на Алексея Горячкина. И разрыв сократился до минимума. Гол получился спонтанный. Просто была контратака быстро. А получилось то, что мы сегодня здорово играли в обороне. Много мячей на себя поймали. И не дали сопернику навязать им свою игру с быстрыми перемещениями, забеганиями. Атаки на эмоциях. Шанс у игроков команды «Большие детали». Розыгрыш численного преимущества. Опаснейший щелчок с 10 метров. Скоростной проход и бросок с острого угла. Игроки команды «Хок» выстояли. Сумели прибавить движений. Выровняли игру. Сохранили победный счет. 2-1. Команда «Хок» повела в серии. Получилось более технично сыграть, более остро, обостряли все время, двигались на ворота, но у них вратарь хороший, опытный, не давал много забивать. Новые четвертьфинальные поединки пройдут в ближайшие дни. Вторые матчи команд состоятся в выходные. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Следите за нами в соцсетях и до встречи. В январе всем студентам подарки от «Континента». Соверши покупку и вытяни свой счастливый билет. Подробности акции в «Континенте». Вы когда-нибудь ходили по аптекам для удовольствия? Правильно, это лишено смысла. Нас интересует только наличие и цена необходимого средства. Так работает приложение «Аптека.ру». Здесь можно выбрать препарат по действующему веществу. Это значит, что вы всегда сможете видеть аналогичные лекарства и цену на них, сравнивайте цену, выбирайте подходящую. Как? Аптека.ру. Это не лишено смысла. Михаил Жванецкий. 18 января. Концертный зал.